Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Как хорошо, что вы сейчас к нам присоединились. Потому что обновить интерьер, добавив восхитительные детали, можно с помощью нашего главного товара дня. В прошлый раз, когда мы представили вам эти восхитительные шторы «Романтика» в качестве специального предложения, они разлетелись в количестве более 3000. Почему же они так популярны? Давайте спросим у нашей очаровательной Юленьки Колосовой, которая постоянный эксперт рубрики «Дом», дизайнер, она знает все об этом. Анжелика, с удовольствием представлю роскошный набор, я бы даже сказала, коллекцию штор «Романтика» от бренда «Ирис». Художники там просто творцы, по-другому не сказать. Прелесть. Создали для нас необыкновенное украшение с эффектом многослойности, ламбрекеном из живых цветов. Потрясающее решение, которое позволяет нам не только получить максимальный уют, удовлетворение, положительные эмоции, но выполнено еще из очень практичной ткани. Коллекция у нас с вами представлена в потрясающих мягких пудровых тонах, очень неперегруженных, а гармоничных. Сиреневый цвет для творческих людей. Так, сиреневый интересно. Цвет, да, создает атмосферу именно вот творить, создавать. Ну, просто стихи захочется писать в этой комнате. Розовый цвет, потрясающий своим оттенком, так. Коралловым, оттенками какао. Цвет с изюминкой для текстильных гурманов. Шикарно. Градиентные переходы повсюду. Очень красивые элементы деграде. Ох. Позволяют нам любоваться шикарными объемными складками. Ну, не каждый, да, дизайнер вообще придумает такое решение. Бренд «Ирис» просто, я еще раз повторяю, там кудесники просто, какие-то невероятные художники. Пленяет этот рисунок, безусловно. Словно сразу и портьера, и тюль, и подхваты, и зеленый цвет сейчас на вашем экране, умиротворяющая картинка. Этот цвет входит в состав основных оттенков в этом году в декоре дома. Называется он «Умиротворяющий рассвет», в заказе зеленый. Ты знаешь, восхитительный дизайн, но какой материал! Да, кстати, мой самый любимый. Я очень люблю габардин, люблю фотошторы из габардина, потому что рисунок на таких портьерах держится до 15 лет. Замечательно, что форма сохраняется на долгие годы после стирок, не поведет полотно, будет окошко ваше всегда безупречно. Шторы фильтруют пыль с улицы, они абсолютно допустимы для того, чтобы повесить их в спальне. Плотность прекрасная, легкий уход и готовая шторная лента. Класс. Она тоже уже пришита, да. И поэтому повесить такие портьеры будет легко на любой тип карниза, без дополнительных оплат, и вообще не будем бегать к мастерам. Вы только представьте, выбирайте свой цвет сиреневый, розовый или зеленый. В одно мгновение вы преображаете свой интерьер. В вашем доме появляется дыхание весны. Ну а цена сегодня сенсационная. 1999 рублей. Вы экономите 2600 рублей и бесплатная доставка для тех, кто совершает покупку от 2990 рублей. Дополняете заказ тюлем легкость, тогда еще 100 рублей скидка у вас. Ну и дизайн. Я подошла близко-близко, чтобы убедиться. Ощупать? Да, что это рисунок, что это не многокилометровые драпировки. Кстати, если бы было такое огромное количество полотен, представляете, как было бы сложно ухаживать. А здесь дизайнеры придумали этот необыкновенный прием многослойности благодаря элементам деграде. Протянули один цвет на тюле, другой цвет с переходами на самих портьерах. И получилась многослойность. Кстати, эти портьеры еще и трансформером. Вы сможете менять оформление вашего окна, просто поменяв портьеры местами, либо закрепив их любыми абсолютно шторными подхватами повыше, пониже. И все время будет получаться новая картинка интерьера. Вы будете творцом собственного уюта. Ой, мне кажется, для каждой женщины это вдохновение. Конечно, нужно только успеть. У нас пока есть три цвета. Сиреневый, зеленый или розовый. Ну и как же это легко, не потратив целого состояния, преобразить свой дом. Причем дизайнерские шторы выбрать за 1999 рублей, а не 60 тысяч, не 40 тысяч, какие-то там космические суммы. Мы любуемся и осознаем потихонечку, что это рисунок на ткани, в технике 3D. Но что же это за ткань? Вот ты знаешь, это та ткань, которую я называю как дизайнер самой удачной, как раз-таки для фотопечати, для изображения вот этого реалистичного рисунка. Ткань эту придумал 150 лет назад человек известнейший фэшн-индустрии Томас Бёрбери, запатентовал ткань, которая имеет особую структуру. Видите, прямо вот по диагонали нить лежит. Мы даже это видим сейчас на экране. Видите, крупненько. Вот очень сильно скрученные нити имеют особую
особая плотность и лежат четко под углом 60 градусов. Что нам это дает? Прежде всего, полотно сохраняет свою форму после стирок. Оно с замечательной плотностью, но при этом воздух проходит, и пыль с улицы остается там, на улице, и не летит в нашу комнату. А это безопасность, это наша экология домашняя. Ну а мы привыкли все проверять. Это точно. Мы тебе, конечно, доверяем, но хотим все проверить. Хорошо. Да? Хорошо. Вот я взяла специальный лист бумаги, да, взяла фонарик. Да, и вот. На тумбочке фонарик. Нет, у нас тебя. Есть. У тебя. А, есть и у меня. Да. Отлично. Смотрите. Они у нас везде. Проверяем плотность наших портьер. И, как всегда, все приобретаем в непринужденной обстановке с нашими очаровательными ведущими. Но смотрите, на самом деле дело серьезное. Солнышко иногда беспокоит наши глазки. Строительный фонарь, луна, там уличный фонарь. Ну, посмотрите, габардин какой плотности. Он закрывает на 65%. Прекрасно. Нам с вами вот так вот рассеянный свет дает. То есть такой мягкий полумрак получается в спальне. Уже не режущий глаз солнышко. И мы высыпаемся. Мелатонин вырабатывается. Да, все в порядке. Это говорит о том, что нашу романтику можно использовать не только как эстетику, хотя, конечно, прежде всего это так, но и в спальне тоже. Ну, а вот получила заказ, и могу сразу повесить, или надо в мастерскую нести швейную? Никуда не бегаем, ни по мастерам, ни переплачиваем. Шторная лента пришита. Пришита, причем она и к одному полотну, и к другому. И это говорит о том, что мы с вами сэкономим еще порядка 1000 рублей только на пошиве шторной ленты. А на какие типы карнизов? Абсолютно на любые. Это могут быть крючочки, крокодильчики у кого-то, знаете, остаются еще такие вот с советского времени. Кстати, очень часто используются. Даже штангу можно. То есть абсолютно любой тип карниза. Это говорит о том, что мы придем и повесим. Вот она, ваша первая покупка. 1999 рублей всего цена. Но какое впечатление, какой эффект вы получите, когда украсите свое восхитительное окно. Получили, сразу повесили, потому что есть шторная лента. Габардин, придуманный Томасом Бёрбери, это великолепная, надежная, плотная ткань. Но уж дизайн, которым вы любуетесь сейчас, он превзойдет все ваши ожидания. 3D-эффект. Вместо многокилометровой ткани вы получаете градиентный рисунок и впечатление необыкновенной роскоши. Звоните нам по бесплатному номеру. Бесплатная доставка при заказе от 2990 рублей. Наслаждайтесь покупками, ведь вы смотрите телеканал с душой.